воскресенье в Самарской области пасмурно, осадки в виде дождя и снега. 0 плюс 2 градуса днем, ночью 2-4 ниже 0. Юго-западный ветер 5-7 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, снег с дождем. В дневное время 2 градуса выше 0, ночью минус 3. Юго-западный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, мокрый снег, днем плюс 2, ночью 3 градуса ниже 0, юго-западный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно и снег, днем плюс 1 градус, ночью 2 ниже 0, юго-западный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 88%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru. We'll be right back.